что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. Пришла беда, жаркая сеча была тогда, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, вот это били и победили черную тать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. Смотрят сериалы и бургеры едят. И верят в то, что Богом они избранная нация. Хоть внешние американцы напоминают нас. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны их человек находится в капиталистском холме локации, где занимает в Белом доме главный кабинет. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистический ракет.
себе германцы. Германцы обожают сосиски и пивас и верят в то, что круче нет американцев. Но в остальном германцы напоминают нас. И как один уверенный, все эти германцы, что вместо чем их Бундестаг важнее в мире нет. И хоть их фрау-канцлер и зациклена на санкциях, но все равно для них она важнейший человек. Но где-то на просторах Балтийского залива залег на дно от домоход с ракетой булава. Им управляет мичман русских фонарев в России. Вот Вася на Германии, Херсона на Порва. А где-то в гарнизонах живут себе Василии, а домоходы водят и комплексы ракет. Ушанки носят с валенками, часто пьют родимые, за казармы деревянные ходят в туалет. И любят со сметаной борщ поесть Василии, ложкой алюминиевой в столовой на обед. И смотрят, как и все, сюжеты новостные, и верят в то, что круче их России в мире нет. И это рассказали мы вам только про Васильев. А есть еще Геннадий, Степан и Анатолий, Иван и Константин, Иннокентий и Максим, Сергей и Афанасий, Кирилл и Саша и Коля, Денисер и Денис, и Рустам и Наивлев. Да всех не перечислить, ведь кого-то только нет. Но не хотят они, чтоб были войны и насилие. Поэтому в России так до хрена ракет. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться, Русь молодая, силы немерена. Дайте коня мне, да добрый меч, ратью пойдем, да погоним боя. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть пока. Там, дайте коня мне, да добрый меч, братцы, да давным-давно, верные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Пришла беда, жаркая сеть была тогда.